21-й тур российского чемпионата по футболу стартовал в Перми, где на стадионе «Звезда» «Амкар» принимал «Ростов», нынешнего лидера этого сезона. Александр Селихов, Богдан Будко, Петр Занев, Николай Зайцев, Дмитрий Белоруков, Бранко Йовичич, Павел Камолов, Януш Гол, Георгий Пеев, Сергей Баланович и Александр Салугин. Таков был стартовый состав «Амкара» от Гаджи. Отметим, что на острие атаки появился не Александр Прудников, который чаще выходит, а Александр Салугин. Прудников вошел в игру лишь по ходу второго тайма. У Ростова тоже были некоторые сюрпризы в стартовом составе. Ну а в целом было следующее сочетание игроков у Курбана Бердыева. Саслан Джанаев, Федор Кудряшов, Борис Ротенберг, Иван Новосельцев, Сесар Навас, Баштуш, Кристиан Набо, Александр Гацкан, Александр Ерохин, Гуйлор Кака Канга, Дмитрий Полос. Вот такое сочетание. На острие атаки в этом матче играл Александр Ерохин. Это был его дебют, если мы говорим о тех матчах, которые начинают с первых минут в составе Ростова. Ну и также отмечаем появление на фланге обороны на правом вместо Тимофея Маргасова Бориса Ротенберга. В первом тайме этой встречи было несколько очень хороших моментов. Сейчас мы с вами видим удар белоруса Сергея Балановича с приличной дистанции по воротам Саслана Джанаева. Один из самых непробиваемых голкиперов нынешнего сезона справляется. Вот такая была ошибка. Передача Канга спровоцировала данный момент. И, приближаясь к штрафной площади соперника, Баланович решил пробить. В принципе, очень плотно, очень внимательно стремились действовать обе команды в обороне. Поэтому большого количества голевых эпизодов в этом противостоянии болельщики, собравшиеся на трибунах стадиона «Звезда», не увидели. Ну а, в принципе, около 10 тысяч зрителей, то есть практически наполовину, был заполнен домашний стадион «Амкара». Пермяки очень хорошо начали этот год, обыграли «Динамо» в кубке. В прошлом туре уступили «Спартаку», но произошло это лишь на последних минутах. Ну и к тому же была еще одна победа над «Анжи» в Каспийске. Так что все было уже у команды Гаджи Гаджиева, кроме ничейного результата. В этой встрече, особенно по ходу второго тайма, у «Амкара» было несколько замечательных эпизодов для того, чтобы все-таки не доводить дело до ничейного результата, а забить гол и, скорее всего, добиться победы. Еще одну атаку мы наблюдаем. Януш Гол делает передачу на правый фланг, но чуть сильно отправляет мяч в направлении Александра Салугина. Замены пошли у тренеров ближе к окончанию этого матча. У «Амкара» на поле вышли Прудников, Чума, Анене и Брайан Идову. У Ростова появились Тимофей Маргасов вместо Ротенберга, Муса Думбия заменил Дмитрия Полоза и Павел Могилевец вышел за 10 минут до конца вместо Канга. Вот такой замечательный момент. Ростов убегает в контратаку, и лишь блистательная игра Александра Селихова, который бросается руками вперед на соперника, владеющего мячом, не позволяет гостям забить столь нужный в этой ситуации гол. Не забываем, что у Ростова и ЦСКА до начала этого тура было одинаковое количество набранных очков. И если Ростов не побеждал, то он дарил возможность ЦСКА вернуться на первую строчку. Вот, пожалуй, лучший эпизод, который мог выявить победителя в этом матче. Штрафной, вернее, угловой разыгрывают пермяки. Дальше идет передача в штрафную площадь. И чуть-чуть не хватает Николаю Зайцеву для того, чтобы добраться до мяча и отправить его в сетку ворот Саслана Джанаева. В итоге ничья 0-0. Нет, погода не сказалась. Сказался прошедший матч с ЦСКА. Все-таки ребята были эмоционально выехали совершенно. Ну и надо отдать должное «Амкару», достаточно квалифицированная команда проводит отрезок после перерыва. И выглядит очень мощно, особенно в домашних матчах. Ну, вы в большей степени довольны или недовольны тем, как в результате закончилась игра, счет 0-0? Нет, безусловно, вот есть удовлетворение от этого результата, потому что и очко на выезде – это достаточно неплохой результат. Результатом недоволен и содержанием, особенно вот во втором тайме куски целые были, когда, конечно, такая была поспешность. Ну, борьба была, сама отдача такая высокая была, объем такое движение наделали большой, а все-таки в атаке так не хватало. Ну, не хватало, может быть, потому что очень организованно играл Ростов. Да, с ними не просто создавать моменты. И вот таких моментов было минимум. Да.
Ну, было ощущение, понимание, что играете против команды, которая идет на первом месте, или все-таки, или нет? Не, ну, было ощущение, что играем против очень квалифицированных футболистов, хорошо организованных, вот. И не было ощущения того, что это команда случайно, так сказать, находится вверху. Там на первом или на втором или на третьем. Она могла быть при определенных ситуациях там на четвертом, на третьем. Но организованная команда, она заслуженно находится на верхней части турнирной таблицы. А Бердыев, ну, он подтвердил свой высокий уровень. Второй по хронологии матч 21-го тура российского чемпионата проходил в Каспийске, где на Анжи-арене местная команда принимала «Спартак». Махачкалинцы борются за выживание, ну а «Спартак» по-прежнему продолжает претендовать на попадание в Еврокубки. Может быть, даже где-то в глубине души надеется и на чемпионство. Красно-белая команда, по крайней мере, совершенно точно это делают болельщики коллектива Дмитрия Оленичева. О стартовых составах поговорим чуть позже, потому что «Спартак» смог интенсивно начать эту встречу. Уже на 4-й минуте будет заработан угловой, который приведет к очень неприятным последствиям для Евгения Помазана, который в этом матче вышел в стартовом составе и занял место в воротах Анжи. В предыдущих двух турах, напомню, играл Давид Юрченко. Ну вот она, та самая подача в исполнении Квинси Промеса и замечательно зависающий в воздухе Зе Луиш, не встретив никакого сопротивления. Мы видим, что он бежит один, взлетает над линией вратарской и забивает первый гол в этом противостоянии. Эффектно со стороны бьющего и с большим количеством вопросов к обороняющимся. Ну а теперь к составам. Евгений Помазан, ворот Хуанжи, Джонатан Менса, Али Гаджибеков, Дарко Лазич, Александр Жиров, Камиль Агаларов, Иван Маевский, Батрас Хадарцев, Бернард Бериша, Лоренцо Эбесилио и Исламнур Абдуллавов. Таких футболистов выпустил на поле с первых минут главный тренер Анжи Руслан Агаларов. Что касается Дмитрия Оленичева, то он сохранил четверку полузащитников, в центре которой располагаются ромбом, плюс два нападающих, ну, естественно, четыре игрока в линии обороны. В воротах был Артем Ребров, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сальваторе Бакетти, Дмитрий Камбаров – защитники. В центре поля Ромула, Александр Зотов и Денис Глушаков. Ближе к атаке – Евелин Попов под нападающими. И, собственно, форварды – Квинси Промес и Зе Луиш, который очень ярко эту встречу провел. Да и, в принципе, как мы видим, по ходу первого тайма красно-белые регулярно выигрывали борьбу в воздухе внутри чужой штрафной площади. Вот еще один замечательный пас Квинси Промеса. На передачу откликнулся Александр Зотов. Он бьет, попадает мяч в штангу, отлетает к Евелину Попову. И тот, что любопытно, тоже головой бьет, но не попадает в пустые ворота. Там еще и Камбаров пытался мяч в сетку переправить. «Спартак» чувствовал, что соперник позволяет ему много охотно атаковать по ходу первого тайма. Оставляли свободные зоны футболисты Анжи. Но красно-белые пользовались не только этим, но еще и стандартными положениями. Вот ко второму голу приводит штрафной. Подача. Скидку головой исполняет Ромула. На одном из партнеров будет видно, что все-таки дотянулся до мяча именно бразилец, а не Зе Луиш, который тоже рядом там пролетал. Ну и забивает Денис Глушаков, для которого, в принципе, гол головой – это нечастое событие, но вот оно случилось. Любопытно, что ровно 4 года назад, 18 марта, Глушаков, тогда игрок «Локомотива», тоже забил гол в ворота махачкалинского «Анжи». Вот такая любопытная деталь из биографии Дениса Глушакова. В первом тайме нельзя сказать, что у «Анжи» были моменты для того, чтобы счет в этом матче изменить. Сразу после перерыва Агаларов выпускает на поле нападающего Яника Були, и какая-то жизнь около штрафной площади «Спартака» начинается. Махачкалинцы здорово проводят в плане самоотдачи отрезок 45 по 55 минуту. Мы увидели удар Були, но после этого «Спартак» инициативу перехватывает. Квинси Промес со штрафного направляет мяч в угол ворот Евгения Помазана. Голкипер Анжи справляется. В целом в этом матче Помазан отразит 8 ударов в створ его ворот. Но при этом Анжи не смог, как мы с вами уже понимаем, сыграть на ноль. Да и, в принципе, пропустить пришлось достаточно много Евгению Помазану, заменившему
Давида Юрченко. 64-я минута. У «Спартака» к данному моменту уже произошла одна замена. Джанона Нидзе вышел вместо Эвелина Попова. Удар из-за предела штрафной площади наносит Квинси Промесса, по-прежнему претендующий на то, чтобы стать по итогам сезона лучшим бомбардиром. Ну и следующий гол «Спартака» действительно забивает именно Квинси Промесс, который был по ходу вот этого отрезка тайма действительно очень активен. Ромало забрасывает мяч в штрафную площадь. Добираются до него защитники. Дальше далеко выбить не могут. Вот как раз еще одна попытка издали поразить ворота. Удар Зотова. Ну и буквально через несколько секунд Квинси Промес сначала делает вот такой заброс в штрафную площадь. Следует вынос. Мяч в итоге прилетает к Джано Ананидзе. Тот видит открывающегося Промеса. Идеальная передача. И посмотрите, как эффектно игрок, вызванный в сборную Голландии, забивает правым бедром. Мяч обрабатывает и с левой ноги бьет по воротам Евгения Помазана. Очень сильное и исполнение, и действительно гол красив во всех смыслах. И пас хорош, и завершение на уровне. Победа, вернее преимущество «Спартака» на 68-й минуте становится крупным. 3-0. Забил Промес, забил уже Зе Луиш и успел отличиться Денис Глушаков. В концовке матча еще две замены от Дмитрия Ленчева. Прошевлюк выходит вместо Макеева, у которого, судя по всему, было определенное повреждение. Ну и уже после этого вместо Глушакова появляется Лоренцо Мельгарехо, которого вы только что могли видеть крупным планом на вашем телеэкране. Вот как раз персоной Лоренцо Мельгарехо и будет связан четвертый гол «Спартака». Мельгарехо получает мяч на левом фланге, делает передачу в штрафную площадь. И Зе Луиш, опережая защитника Камиля Агаларова, организует последний гол в этом противостоянии. 4-0. Яркая по счету победа «Спартака». Несколько очень красивых голов мы увидели. Прекрасную встречу провел Зе Луиш, который матч предыдущего тура с «Амкаром» начинал на скамейке запасных, но вышел на поле и помог команде добиться нужного результата. Здесь Зе Луиш выходит в старте, и «Спартак» побеждает. 4-0. Да, Дмитрий Анатольевич Оленчев в прямом эфире «Матч ТВ». Дмитрий Анатольевич, во-первых, с победой, конечно же. Во-вторых, сегодня в стартовый состав возвращается Зе Луиш. Игра команды принимает чуть более силовой манер. Это во многом сыграло свою роль сегодня? Ну, конечно. Зе Луиш забил два очень красивых гола. И, конечно, как вы сказали, физически мощь он добавил, особенно нашей атаке, потому что это действительно игрок, который очень здорово играет на стандартах. То, что он сегодня в очередной раз доказал. Ну и считаю, что все-таки Зе Луиш, наверное, сегодня был игроком матча. На стандарты сегодня особый акцент был сделан в первом тайме. Это так получилось или действительно ставка с вашей стороны была? Ну, по секрету скажу, мы практически в последние дни очень большое внимание уделили стандартному положению. Потому что помним предыдущую игру против «Анжи», где мы получили гол на 85-й минуте, где Жиров нам забил. Поэтому, еще раз повторюсь, очень-очень много времени уделили на тренировках. Да, совершенно верно. Руслан Агаларов, главный тренер «Анжи», здесь рядом со мной. Руслан Агабекович, ну понятно, что счет очень неприятный. Давайте, может быть, уже с холодной головой попробуем проанализировать то, что произошло. Вы выставили сегодня 5 защитников, ну и, видимо, ставка на 5 игроков обороны себя не оправдала. Ну, скажу, что по первому тайму мы в плане игры в 5 защитников так удачно все происходило. Первый стандарт, мы пропустили гол, и второй стандарт. И уже второй тайм игра так больше, наверное, части мы пытались опять-таки в контратаках действовать. Были пару моментов, где могли реализовать свои выпады. Но игра в целом провальная получилась. Да, мы эту игру провалили, и «Спартак» был сегодня сильнее.